15-я Всероссийская олимпиада для студентов по русскому языку как иностранному собрала в стенах РУДН более 50 представителей различных вузов страны из 30 государств мира. В результате будут определены два иностранца, которые лучше всего знают русский язык и культуру России. Я являюсь победителем олимпиады по русскому языку как иностранному в своем университете уже 2 года. Я считаю, что такие олимпиады надо почаще проводить, потому что они не только что нас учат соревноваться и показывать свою художественную сторону, а еще мы помогают дружить с другими иностранными студентами, которые учатся в России. Русский язык – интересный, богатый язык. Я думаю, нужно участвовать на такие интересные мероприятия. Даже если иностранка, это вообще другой мир. Олимпиада проходит в 2 тура. Сначала все участники пишут эссе по лингвостроновической проблематике с опорой на видеоряд. За 3 часа иностранные студенты должны написать сочинение, максимально отражающее тему и задание. Когда я был маленький, вот слышал про Россию, и всегда думал, можно ли выучить этот язык. И вот решил, что я буду продолжать учиться в России. Потом, когда я сюда приехал, я действительно любил этот красивый вот такой язык. И сегодня моя мечта, вот как видите, уже я делаю, что я люблю, и пишу сочинения по-русски. Во 2-м туре студенты представляют свои презентационные проекты. В этом году задание дано на экологическую тему. Россия – страна разных климатических поясов. По итогам определяют 2 победителей и 4 призеров. Эти звания сохраняются за ними до следующей олимпиады. Телевидение РУДН. Новости.